Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу вам представить маску-патч для области глаз, которая называется коллаген кристалл. Вес этих патчей 6 грамм. Маска представляет собой композицию из трав экзотических растений с высокой формулой биодоступности. Около 98% состава впитывается в кожу. За 20 минут, пока маска лежит у вас на лице, все активные ингредиенты продолжают работать. Частично они высвобождаются из пропитанной коллагеновой маски, а частично из экстракта, в котором маска хранится. Экстракта, надо тут заметить, достаточно большое количество. Коллаген, увлажняющие компоненты и витамины впитываются в нежную кожу век и осветляют ее, глубоко увлажняют, делают ее более упругой. Коллаген помогает образовываться своим собственным коллагеновым волокнам внутри кожи, делая ее упругой и предотвращая старение. Что есть в составе этой маски? Экстракт огурца, протеины соевого белка, витамины Е и В, экстракт косточек винограда, тартарик, розовая эссенция, лавандовое масло и другие масла и витамины. Она подходит для применения в любом возрасте. Если у вас есть потребность в уходе за нежной кожей век, если есть круги под глазами, первые мимические морщинки, частые отеки под глазами, сухая кожа век, а также его можно использовать как отличную профилактику старения и для глубокого питания кожи. Применение. Очистите лицо и откройте аккуратно маску. Наложите полоски на проблемные места глаз. Хорошо прижмите и ложитесь отдыхать. Маска будет работать на вашем лице от 20 минут до нескольких часов. После процедуры снимите маску, сполосните ее и положите в пакет. Плотно закройте. Если вы используете маску каждый день, то после процедуры отправьте ее в холодильник, где не очень холодная температура. А на завтра вы можете извлечь ее из пакета и еще раз применить. Маску можно применять до 3-4 раз. Открытую маску храните в холодильнике не более 5 дней, то есть за неделю вы можете сделать несколько процедур. Рекомендуется применять курсами по 10-20 процедур подряд, либо через день. Есть альтернатива этой маске, такая же маска, но не для глаз, а на все лицо. Попробуйте, и вам обязательно понравится. Желаю вам приятного знакомства, не только в качестве информационного, но и реально попробовать действие этой маски у себя на лице, в области глаз. То есть стать по-настоящему уверенной в себе женщиной привлекательной, интересной, и чтобы вы не испытывали никакого смущения по поводу того, что что-то у вас не так. Всего доброго, до свидания.